Начинаем отдых? Отдых. Ура! Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале «Мама на море», канале об отдыхе и жизни в Турции. Сегодня мы с вами поговорим о зимнем отдыхе в Турции. На что обратить внимание и как выбрать отель. Ура! Что у нас в 10 утра пьем шампанское. Ну да, как настоящие аристократы. Да. На самом деле, во многих отелях на завтрак можно... прям разносит шампанское. Но... это сок. Опа! Опа! Все, что это делать? Очень аккуратненько. Чтобы вы понимали, сейчас 27 октября, на улице невероятная жара. И мне вот в этой майке жарко, но чтобы быть приличной, я решила купальник сегодня не одевать и так рассказать вам об отдыхе в Турции. Это видео я снимаю из отеля Icy Green, один из наших любимых отелей, и вообще он считается одним из лучших отелей побережья для отдыха с детьми. И сегодня на его примере я расскажу, на что нужно обратить внимание, чтобы выбрать хороший, качественный отель для отдыха зимой. Конечно, не все мы моржи, и не все могут плавать в зимнем море. Оно, конечно же, остывает. Здесь не буду придумывать вам каких-то других легенд. Море не идеально теплое. Но еще хочу добавить вам, что каждый год, 31 декабря, когда мы ездим в отель на Новый год, мы купаемся в море. И в этом случае вам нужно обратить на такие особенности работы пляжа, чтобы вы так же, как и мы, могли 31 числа окунуться в воду. Итак, мы выходим на пляж отеля Icy Green. И на что вам нужно обратить внимание, когда вы выбираете отель для зимнего отдыха? Во-первых, вам нужно работающий на пляже бар. Здесь он, конечно же, имеется, потому что некоторые отели, несмотря на то, что они работают зимой, они отключают эту функцию на пляже, и вам становится немножко сложно чилить на декабрьском солнышке. В ожидании своего заплыва в море без чая, без кофе на пляже, без напиточков. Поэтому обращайте внимание и уточняйте, работает ли на пляже бар. Что касается пирсов, то обычно их убирают, потому что зимой, конечно же, бывают шторма. И пирс, он, конечно, просто разрушается от этих штормов, поэтому обычно его просто убирают. Но сейчас у нас 27 октября, здесь еще, конечно же, благодать. Кстати, на пляже в отеле Icy Green мороженое находится здесь целый день в свободном доступе. Далеко не все отели Турции работают зимой. Это делают только отели высшей категории, пятизвездочные отели. На самом деле, потому что в этом процессе важен не только море, потому что море все-таки прохладное, а еще очень важна общая инфраструктура отеля и те многочисленные услуги, которые он... Очень важный момент, конечно же, питание. Питание, ну, это всегда важно, потому что, ну, на самом деле, не будем скрывать, большую часть стоимости вашего отдыха в турецком отеле составляет питание. И вам нужно выбирать отели, которые не сокращают, не сильно урезают свою концепцию питания на зимний период и алкогольную концепцию, если для вас это важно. Напоминаю, что бывают у нас отели All Inclusive и Ultra All Inclusive. Ultra All Inclusive характеризуется тем, что напитки это высокого качества, напитки импортные. На сайте каждого отеля есть концепция, которую вы можете прочитать, найти там свой любимый напиток и решить, ехать ли вам в этот отель. Некоторые отели сокращают вот эту концепцию на зиму. На это обратите внимание, этот отель этого не делает. Вообще в отеле Icy Green куча еды. Здесь можно поесть уже начиная с 12 часов в Гёзлеме. Кумпир, картошку со всякими наполнителями. Сейчас я вот просто зашла, чтобы тихо было, в такую вот кафешку рядом с морем.
Еще прикольная фишка отеля Icy Green, что здесь много блюд с подачей от шеф-повара, причем и на завтрак, обед, и на ужин. Еще новиночку мы присмотрели. Это томатный соус сливочный и вот такие вот манты во фритюре с сыром и с мяском. Вот таким образом выглядит тарелочка. А вот таким образом выглядит наш завтрак на всю семью. Хочу напомнить вам, дополнить информацию по выбору Нового года о том, что некоторые отели делают новогоднюю программу в отдельном зале, за который необходимо доплачивать. То есть вы покупаете тур в отель на Новый год и все равно на новогоднюю программу не попадаете. Платите еще дополнительных там типа 50 евро за человека и вам бронируют столик в отдельном зале. Так делают многие отели, но не Icy Green. Здесь получается новогодняя концепция. Скажем так, покрывают полностью всех отдыхающих, нет разделения на тех, кто купил Новый год себе в этом году, и для тех, кто не купил Новый год. На это тоже обратите внимание. Вообще, если говорить об Icy Green и питании, конечно же, в отеле в Новый год, они делают специальное новогоднее меню, новогодние украшения, и у вас, конечно же, будет отличное новогоднее настроение. В Icy Green около, на улице, делают специальную зону, барбекю-зону, в которой жарят барбекю, чтобы это было как бы так согревающее тепло, еще и делают глинтвейн. Это все вот такие вот символы Нового года, которые на самом деле все мы понимаем, все люди мира, скажем так, интернациональные символы, согревающие Нового года. И как я вам уже сказала, очень важна большая инфраструктура, чтобы было много места. Вот на этой поляне в Icy Green устраивают как раз эти мероприятия. Детские программы, детские фесты. И что еще касается инфраструктуры, нам нужно обязательно что-нибудь водяное и согревающее. В этом случае Icy Green нам предоставляет открытый подогреваемый бассейн с горками. Это супер. В Icy Santay, кстати, в их же сети отелей тоже есть такие подогреваемые бассейны. Обратите внимание на подогреваемость бассейнов в том отеле, куда вы планируете ехать. Потому что совсем без них как-то не очень. Также здесь есть детский аквапарк, который подогревается. И еще обратим внимание на спа-зону. Спа-зона в зимней концепции – это тоже очень важный момент, потому что если дождь, если, а он, конечно же, зимой бывает, то как раз в спа-зону люди и отправляются. Там мы обращаем внимание на то, что должен быть крытый подогреваемый бассейн и, конечно, большая зона спа. Смотрим, какая в Icy Green. Вот такой здесь бассейн подогреваемый, крытый. Итак, спа. Спа в Icy Green. Здесь есть комната отдыха. Смотрите, как все в балийском стиле. Конечно же, есть массажи. Конечно же, это все вы можете за отдельную плату приобрести. Но также есть, скажем так, услуги, которые входят в стоимость. Например, есть здесь различные напитки, кофе, вода, айран-соки. Здесь мы вышли в фитнес-зал, что тоже немаловажно для многих. Так, и здесь у нас, соответственно, сама зона парная. Здесь есть парная, здесь есть стим-сауна. Конечно же, душевые и хамам. Еще один момент – это большой, желательно крытый детский клуб. Именно такой есть в Icy Green. Там, соответственно, проверяйте, что этот клуб, он имеется. Что он не переходит зимой, бывает, что закрывают летние мини-клубы и переводят их в общее здание. В общих зданиях обычно очень сильно сокращается место для того, чтобы отдыхать. Здесь такого не бывает. Конечно, нам еще, кроме еды и напитков, важны еще дополнительные различные развлечения. Потому что, конечно же, как уже с вами выяснили, море немножко меньше, чем нам хотелось бы. И поэтому мы должны обращать внимание на то, что есть теннисные корты,
на то, что есть какие-то активности физкультурного характера. И на самом деле каждый отель немножко продвигает свою концепцию. Есть чисто спортивные отели, есть гольф-отели, есть, конечно, отели с кучей теннисных кортов. А вот в России у нас тоже есть теннисные корты, и здесь очень развитая такая, скажем так, оригинальная спортивная концепция. Сейчас вам покажу пару кадров, что здесь происходит. So we need part of the Bananino Bavarian to now time for the thermostat. Друзья, напоминаю, что у нас 27 октября. Бассейн отличный, не холодный, и все в нем купаются. Я вам оставлю в описании к этому видео полное описание концепции Айсигрина на Новый год. Поэтому заходите, читайте. Там же ссылка, чтобы посмотреть цену, которая предлагается на Новый год с перелетами из разных городов. Настраивайте, вставите, соответственно, на свою семью, сколько взрослых, сколько детей, когда вы планируете прилететь. Обязательно двигайте даты, потому что даты плюс-минус один день очень сильно может отличаться цена на порядка на 10-20 тысяч рублей. Поэтому смотрите внимательно, не просто открывайте, а именно подвигайте чуть-чуть, плюс-минус 1-2 дня. И тогда вы получите и увидите самую лучшую цену. Что касается детской концепции, вот этот вот бассейн, который я вам сейчас показываю, детский, он подогреваемый зимой. Это очень круто для деток, причем и для маленьких, и для больших деток. Есть здесь развлечения. И для детей тоже предусмотрена отдельная программа с Санта-Клаусом, который даже будет дарить им какие-то подарки. Так, продолжаем с вами идти к теннисным кортам. Хотела вам их показать здесь. И здесь проходит активность. Если вам нужны ракетки, вам необходимо их будет арендовать за отдельную плату. Со своими ракетками все бесплатно. В том числе такого плана активности. Ну вот, друзья, теннисный корт. В самом деле очень крутое занятие во время зимнего отдыха в Турции. Здесь 4 площадки, 2 корта, разделенных вот на 2 таких площадки. Во многих отелях, конечно, на Новый год это все равно очень празднично, несмотря на то, что сами турки не очень празднуют этот праздник, но в отелях все равно создается впечатление нашего традиционного Нового года, конечно, с примесью турецких восточных танцев. Обязательно все крупные отели делают фейерверки на Новый год 12 часов, и вообще этот момент отсчета начала Нового года, он всегда вот такой вот радостный. У меня есть несколько видео про Новый год в Турции, я вам внизу оставлю ссылку, посмотрите, как это вживую проходит. Каждодневных каких-то ярких шоу, как это в летней концепции, уже зимой не бывает. Зимой обычно все ограничивается дискотекой и, соответственно, какой-нибудь живой музыкой в лобби, но, конечно, не в Новый год. Новый год, соответственно, приглашаются и шоу-программы, и музыка живая в лобби тоже присутствует. Вообще, во многих, скажем так, отели часто делают несколько разных точек Нового года, чтобы каждый из, соответственно, отдыхающих мог выбрать по своему вкусу и по настроению. Что касается Айсигрина, здесь будут 3 точки. Это, соответственно, лобби, ресторан главный, где будет все украшено, и, соответственно, будет специальное меню. И 3-я точка – это еще на улице, рядом с бассейном, в пул-баре. Будут тоже различные мероприятия, но, как я вам уже сказала, заглядывайте в описание, там все перечислено, как здесь все это будет организовано. Ну что, друзья, подведем с вами итоги. Как я уже сказала, первый фактор, который нужно обратить внимание, это богатство инфраструктуры и территории, закрытые и открытые подогреваемые бассейны. Конечно, наличие детского клуба, если вы едете с детьми, именно закрытого большого детского клуба, чтобы они там не заскучали, не задохнулись 3 квадратных метров. Третий очень важный момент, это, конечно, сама программа, чтобы она была насыщенная. И, конечно, существует два на самом деле сценария новогоднего отдыха. Или полный релакс, не думаем ни о чем, из отеля не вылазим,
пьем, едим, катаемся на подогреваемых горках, чилимся в подогреваемом бассейне в хамаме. И второй вариант – это, конечно, активный отдых, покупка экскурсий, просмотр различных достопримечательностей античных, древних, которых уйма на самом деле в Турции, и, конечно же, там поездки в торговые центры. А для этого, для того, чтобы вы тоже попробовали, оценили, приценились к этому сценарию, я вам оставлю ссылку в описании к этому видео на наш бесплатный гид по Анталии, а также на сборник экскурсий, и вы также можете посмотреть, что бы такого можно себе интересного дополнительного заказать, находясь на новогодних каникулах в Турции. Еще забыла вам рассказать про Mixology Bar в отеле Сигрин. Здесь специально обученный бармен готовит эксклюзивные коктейли на настойках. Все это дело, видите, поджигается, одымляется и просто приводит в восторг всех гостей. Ну что, пробуем и говорим, как... Да, пахнет он вкусно. Если говорить про отель Айси Грин, он находится у нас в районе Кунду Лара. Это, в принципе, недалеко от самого города Анталия. Здесь самый близлежащий торговый центр, на самом деле два, это Дипа и Террасити. Террасити считается самым люксовым торговым центром, потому что там, ну, такие более интересные бренды, скажем так, люксового сегмента. В центре Дипа, это Дипа Аутлет, там вы тоже можете много чего прикупить. Также здесь рядом находится Land of Legends, это торговый центр, плюс, соответственно, парк аттракционов, который летом работает по концепции без горок. То есть там подогреваемых горок нету, а в вашем отеле в Айси Грине, если вы остановитесь, они будут. Друзья, надеюсь, это видео было для вас информативным, интересным, и теперь вы более грамотно сделаете свой выбор отеля на зимний отдых, на зимние каникулы в Турции. Я с вами прощаюсь, но ненадолго, надеюсь, потому что вы подпишитесь на меня, поставите лайк этому видео, и мы с вами увидимся в следующих сериях на канале «Мама на море». Не забудьте заглянуть в описание, там, как всегда, много, очень много всего полезного. Увидимся! Пока-пока!